Я Дуркин Виталий, мастер спорта международного класса, многократный чемпион России, победитель мировых гран-при. Я долгое время тренировался в Дании у тренеров сборной и на данный момент имею большой опыт тренерской деятельности. Когда я думаю, почему я стал тренером, зачем я вкладываю столько энергии, столько времени и любви в этот вид спорта, то понимаю, что мне предоставился шанс повлиять на большое количество людей, расширить их возможности, вдохновить их заниматься этим видом спорта. И эти эмоции, они сравнимы с теми эмоциями, которые я испытывал, когда выигрывал крупные турниры. Я Хакимов Никита, мастер спорта международного класса. Победитель чемпионата России, Кубка России, многократный призер международных турниров, бронзовый призер чемпионата Европы. За мою карьеру мне довелось потренироваться во многих странах мира, и я хотел бы поделиться с вами этим опытом. Меня зовут Николай Матазов, я мастер спорта по бадминтону. Когда ты начинаешь заниматься бадминтоном, то в процессе твоих тренировок ты начинаешь понимать, что это высокоинтеллектуальная игра, где сумасшедшие скорости. И когда ты начинаешь держать эту скорость, привыкать к ней, то ты начинаешь получать истинный кайф от игры, от этого процесса. Это непередаваемое ощущение. От Турции билет. С 3 по 10 октября. Мы ждем тебя.